погано будет. Детей 200-х вывозили, мирное население, маленькие. Shit! The images of this wartime tragedy, just one among countless others, have been seen around the world. Come on, medic! Serhiy Perebyunis lost his wife, Tatiana, his son, Mikita, and his daughter, Alisa, on March the 6th. They were killed by Russian shelling as they tried to escape Irpin, a town just outside Kyiv. Current Time producer Roman Sukhan took this mobile phone footage of the aftermath. Perebyunis spoke to Current Time about the deaths and the events leading up to them. Это рюкзак, который был на моем сыне. Его посекло минами, были осколки. Сын был в осколках с ног до головы. Это рюкзак, который был на моей дочери. То есть здесь четко видны следы крови. Она получила осколочное ранение в висок. Старший сын Никита, 18 лет, он учился на втором курсе на программиста в университете Шевченко. Дочь Алиса, 9 лет. Алиса, загадывай желание. С днем рождения тебя! Я уехал с Ирпеня 17 февраля в город Донецк. Моя мать болела ковидом, и накануне она мне позвонила, что ее состояние ухудшилось. Как только я туда заехал, в городе началась принудительная мобилизация всех гражданских людей. У меня были подозрения о том, что банально начнется обострение на Донбассе, как всегда это бывает. То есть я до последнего не верил, что начнется полномасштабная война на территории Украины. Не знаю, что это за вертолеты взагалі. Просто их дуже багато. 24-го аж все началось, да. В 5 утра жена мне написала в чат, что над нами что-то пролетело. Я им предложил никуда не бежать, потому что, вы помните, были огромные пробки, очереди, хаос. В один из дней, по-моему, это было или 3 или 4 марта, наш микрорайон обстреляли с минометов, и непосредственно в наш жилой комплекс прилетело 3 мины. То есть уже как бы было понятно окончательно, что нужно бежать. Наша машина. Наш дом. Они загружали с сыном автомобиль с утра и уже хотели выезжать. И в этот день на нашу улицу зашли российские танки. То есть начался уличный бой. Они бросили машину и опять спрятались в подвал. Нас 4 жмуря, не наших, москали. Ну и людям, кто жил рядышком, трошки не повезло. В 10 вечера мне удалось дозвониться. Мы не то что прощались, но я попросил прощения за то, что я не с ними. За то, что вот так получилось, что я не смог их прикрыть, защитить. Но она не теряла оптимизм, сказала, мы прорвемся. Не переживай, все будет хорошо. Это были последние слова. Ну, мы еще до войны использовали Google геолокацию. Где-то к 9 утра ее телефон переместился на Новобеличи в 7-ю городскую больницу. Еще через минут 20, полчаса, вот, я увидел первую запись в Твиттере в текстовом виде о том, что на Романовке был минометный обстрел, погибла семья. Затем еще минут через 20 появилась первая фотография. То есть первая фотография, вот эти вещи, разбросанные на земле, тела моих детей. Путин, это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских? Ну и затем появилось первое видео с места событий, где уже было четко видно падение мины, смерть семьи и как бы этот страшный крик собаки. Я опять позвонил в Киев и сказал своим друзьям, что дети мертвы, они уже в Романовке лежат на асфальте. Нет, диван, грузим ее. Грузим? Давайте.
то, чем я занимаюсь, это последнее хорошее, что я могу сделать своей семье, в память о своей семье. Я хочу, во-первых, чтобы видели во всем мире о том, что творится в Украине, о том, как подло здесь нас убивают. Я живу и думаю на русском. Я хотел бы об этом сказать всем россиянам, что я не националист, не какой-то там бандеровец. Я обычный гражданин Украины, но я российскомовный. Нас уничтожают как нацию.